знаете, Слово Божие написано, если бы мы судили бы себя, то не были бы судимы, да? Мы приходим в тронный зал, судим себя лишь только для того, чтобы принять прощение. Есть в жизни многие вещи, с которыми мы сражаемся, но это не повод себя закопать. И у каждого из нас есть свое поражение, своя боль, свое уязвимое место, как жало в плоти, с которым мы будем сражаться. Это как напоминание того, что ты всего лишь человек, и ты грешник. А он праведник, и он тебя любит, и он умер за тебя. И его крови достаточно, чтобы ты омылась и пошла дальше.